конкурсе, который был у нас на март месяц. Это у нас первое, у нас был, как правильно сказать-то, конкурс на большее количество из Инстаграм. Почему-то была не в курсе, потому что ты уже немножечко позже к нам присоединилась. Вот, а девочки старались, мы делали каждый день сторис, пытались как-то раскачать себя. Кто-то, девчонки сейчас умеет вообще очень много. Вот у нас одна уже изучила ТикТок, который, я думаю, с нами поделится этими секретами, Наташа. А так у нас по итогам марта месяца 66 новых подписчиков набрала у нас Татьяна Соболева. Поздравляю! Поздравляем! Таня, ты мега! Молодец! И Тане будет переслан чек-лист, там 16 пунктиков по продвижению дальше в Инстаграм. Дальше у нас был запущен флешмоб, где каждый день надо было делать определенные вещи. Я здесь реально ничего не делала, я следила, но не напоминала. И могу сказать, что здесь на все 105 справилась эта Наталья Вильниченко. Вот я тебя хочу поздравить. Давай. Ну, давай мы потом с тобой сфотографируемся. Да, потом, да. Пожалуйста, тебе. Вау. Вот. Но...